Отлично. На пару дней хватит. Мы рассчитывали, что Роунд выяснит, как победить Джека. Но теперь, когда он пропал, нам очень нужна твоя помощь. Поговори с рядовым Джессопом, который стоит у ворот. Он впустит тебя в город. Джессоп, встать! К тебе идет искатель хранилища! Если бы не твой новый энергоблок, эти ракеты пробили бы щит. Командир Роланд ушел на разведку и не вернулся. Однако он отдал подробные распоряжения о том, как действует в данной ситуации, и ты можешь нам помочь. Поговори с городским механиком. Вот дерьмо. То есть, я хотела сказать, какая досада. Роланду нужна твоя помощь. Без тебя... Алым налетчикам не устоять. Пожалуйста, выясни, куда подевался Роланд. Убежище. Построено на обломках лучшего горнодобывающего корабля корпорации «Даль». Теперь оно стало последним пристанищем для воров, убийц и прочих изгоев. Добро пожаловать домой. Черт! Ты из Гипериона! Я все про вас слыхал, что вы роботы, соедите металл на помойке и все такое. Что вы машины смерти, которые придут за мной, когда Роланд пропадет. Если ты собираешься убить меня, то знай. Живым я не дамся, сукин ты робот! Минуточку! Повесьте меня за ноги на телефонном столбе, обмажьте медом и пусть меня сожрут муравьи и пауки! Но ты не гиперионский робот, ты искатель хранилища! А это ж как единорог! Ну что, ты выручишь нас или нет? Я слышал, как об этом говорили чуваки из алых налетчиков. Роланд мне сказал, если я исчезну, действуй по плану Б. Точнее, по плану, превратим город в офигительную летающую крепость. Ха-ха. Да. Где-то у меня тут несколько аккумуляторов. Тебе пригодятся. О, и вот этот Ириди тоже. Аккумуляторы в свечи зажигания. Тебе понадобится и третий, поэтому я даю тебе вот это. Еще один аккумулятор купишь на черном рынке Эрла. Но смотри в оба, он псих. Однажды он съел мою тачку целиком. Да, взял вилку и сожрал. Преступники из убежища, по слухам, в ваш город прибыл новый искатель. Выдайте его мне, и я награжу вас. Не бойся, никто тебя не выдаст. Ведь ты наша единственная надежда.
сказал, что у нас должен быть запасной план на случай, если он не вернется. Так и заварилась эта каша с аккумуляторами. Жалко, он очень хотел с тобой встретиться. Налетчикам до зарезу нужна новая кровь, а у тебя с ней, похоже, особые отношения. Как у кузенов, которые купаются в одной ванне. Ой. What you want? Just buy something and I'll toss in this crap fuel cell. Just touching it made two of my fingers rot off. I only accept iridium. Cash is for clowns, boy. Don't you come back. Спасибо за помощь! Ожоги третьей степени лучше получать в несколько смен. А теперь поглядим на плоды твоих трудов. Сейчас этот город взлетит! Или не взлетит? Слушай, нам до зарезу нужен Роланд. Знаешь что, жми-ка ты к нему домой. Может, он оставил тебе сообщение? Искатель хранилища, ходи. Роланд оставил тебе сообщение. У меня такое чувство, что я справлюсь с Гиперионом в одиночку. Боеприпасы Маркуса и убийство понятия неразделимы. Я всегда готов купить то, что тебе не нужно.